Значит, вот, последнее наше действие – это посадка деревьев. Да. Слушай, в общем, у меня тут такое дело. У тебя высокий левел? Какой у тебя левел? Нулевой. Блин. Это... У меня вообще вещей нету. С чего, друг? Стоп. Может, ты всех скинул? Нет. Странно. Я их походу потерял. Может быть. Так, слушай, ни в одном из ящиков угля не было? Нет. Блин, чёрт. Придется использовать дерево для растопки. Сейчас. Так, что мы берем? Кобльстоун кончился. Раз, два. А, вот он, кобльстоун. Так, я пойду сейчас еще пойду дерево пособираю. 3, 4, 5. Угу, я пока себе изготовлю все нужные приспособления. Давай, у меня там еще железо в топке. Поэтому... А что так? Так. Железо в топке, и у нас готово пока что 4 штуки. Да, так, что будем делать? Железный блок? Давай железный блок сделаем. Что это? Хорошо, это телефон. Ой. Ты его до сих пор слышишь? Уже нет. А хотя нет, есть небольшой задний фон. Я его сильно рукой прижимаю просто. Выкинь его в окно. У меня окно закрыто. Ну, выкинь в стекло. Гаша защищает стекло. Ой, мне показалось, или что-то горит? Я просто... Я слышал звук горения. Ясно. Сейчас опять телефон зазвонит. Так. Зазвонит, я отключу микрофон и это... И буду пассивный. Будешь болтать, болтать, болтать. Не совсем болтать, я просто буду пассивный. А то я тут одному другу обещал закачать Saints Row 3. Который на самом деле ему не подойдет на компьютер, но все-таки это. Но все-таки ты же друг. Все-таки он надоеда. Я ничьим другом не хочу быть, поэтому у меня очень-очень мало друзей. Даже моим? Ну, тебя не считается. Почему? Ну, тебя можно назвать другом. Тебя да. Просто большинство иногда бывают такие надоедливые. Ой, не говори. У меня у самих таких пачка целая. Надоедливых. Но у меня пачки нету, потому что у меня их нету. Понятно. Чё-то... Так, мне делать нечего. Я просто тут бегаю и это... И все это записывается. Может, пойдем на это? Так, давай. Ты пока можешь пойти в шахту попробовать там миска нам добыть, гнилого. Мы чуть-чуть тут на базе, ну, вот эти вот небольшие, можно сказать, кусок эпизода мы немножко проведем на базе. Потому что всякие там приготовления к новой миссии, инвентарь пополнять, типа новые кирки и так далее. Угу. Это нам все очень нужно. Железо готово, сейчас сделаю железный блок. Железо лежит в главном сундуке, там где лежит все приспособления. Я думаю, вот. Надо будет сделать железный меч и зачаровать его. Так. Но естественно, позже, когда будет высокий левел. Так, давай, будем присутствовать. Первый вол поставил я, потом поставил ты, давай теперь снова ставлю я. Будем по очереди ставить. Ура! Всё. Так. Так, у меня 36 бревен. Пойдем сделаем много досок. Да иди, я пойду в шахту. Ага. Давай, удачи там. Спасибо. Если что, все равно здесь окажешься рядом со мной. Да, после смерти. Ага. Так. О! Меня уже ждут.
Так. Что? Принцип хождения налево? Нет. Хотя да. Скелеты копируют криперов. Так, еще два железа. На дебол. Так, я сделал железный меч, пока положу его в ящик. Трогать пока не будем. Угу. Так, надо надобыть нам угля, да? Да. Было бы очень неплохо. Так. Сейчас сюда вот. И сюда вот. Сейчас, секунду, подожди. Угу. Так. It's time to fight. You and me. Все, я вернулся. Никаких конфузов не происходило, пока я отсутствовал. Я по тебе скучал. Ха-ха. Как мило. Да. Так. Так, нужен еще один меч. Я возьму с собой много всякого лута. В крайнем случае с тобой поделюсь. Угу. Блин, у меня Майнкрафт, как всегда, в репертуаре зависает. Все, я сдох. А. Много потерял? Не очень много, но мне как-то зависание мне надоедает. Сейчас уменьшу графику. Так. Так, а у меня нету совсем брони. Где кожа? Вот кожа. Сейчас сделаю себе комплект брони. Тебе делать броню? Да нет, не надо, я и так уже... Я и так быстро теряю, чем получаю. Может, хотя бы шапку? Нет, лучше тогда сапоги. Это всего лишь 4 стоит. Хорошо. Так. У меня, конечно, комп мощный, чтобы он записывал именно фрапсом. Но... Он у меня галишный даже при таком... При таких крутых состояниях. Понятно. Так что с этим. Ой, нет, Скрипачевский, ты сейчас тут все взорвешь. Так, ты там где? Я бегу к тебе. Мне нужна защита Скрипачевских. Слушай, иначе он разнесет все мои вещи. Мой меч уже давным-давно сломался. Так, а ты куда пошел? В ту же самую шахту, нашу проклятую? Да, нашу проклятую шахту, блин, Скрипачевский. Так, ну... Скрипачевский, иди сюда, что ты там застрял? Мой меч паладина уже давным-давно сломался. По-моему, в третьем эпизоде. Да, ну, в общем, как только я его сделал, практически тогда же в шахте и сломался. Ну да. Но зато теперь... О, уголь. Много угля, я буду добывать уголь. Ай-яй-яй-яй, это кыш! Кыш от меня. Давай ко мне, прикроешь меня. Поздно. Фак. Давай ТП ко мне, быстро. Дай я без ТП мне... Так. Сейчас хотя бы меч мне надо сковать. Так. Блин. Где тут эти спайдеры? Спайдеры, не спайдеры. Точно уж не мены. А, зомбяки. А, вот там. Мэн спайдер. Спайдеры. А, вот еще один спайдер. Сейчас, походу, день. На улице день, походу, меня спайдер не атакует, а! Ну, день так день. Ой, куда это я упал? Опять. Так, там лежит мой лут, так что осторожно. Или ты собрал весь лут? Я не собирал ничего. Отлично. Так. Там... Там... Там темно. Там куча непонятных людей. Там темно и страшно. Скрипачевский сзади, осторожно, Скрипачевский! Я не могу ничего поделать! Фак! О, я выжил. Да ты мастер. Еще один Скрипачевский, да вы достали. О, нет, не взрываться. Только не взрываться, кыш. Так, Скрипачевский, все сюда. Ага,